Здорово, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Бакфай. Мы сегодня нашли свободное время побросать магнитец в реку. Давай чем поймаем крутое. Первый заброс, самый счастливый, как обычно. Ну-ка, Тимоха, удиви нас. Отсюда! О! Там от того арматура просто лежит. Ты ее цепанул. Че там, ничем? Та-дан-та-дан. Патроны. Да ладно, а что такое? Погоди. Патроны. Патроны! От пистолета, да? Да. Пистолетный патрон реально от этого. Целый причем. Смотрите, народ, прикол. Целые. Да? Целые. Это типа, ну, Макаров, да? Ну, наверное. Пиздец тебе, Тимох, это статья. Так, народ, сейчас мы выловим пистолет. Это где-то рядом, мне кажется, вот тут. Протащи еще раз, Тимох. Красота, Тимох, вообще. Короче, мы забросили еще несколько раз, пока ничего, но хочется попасть в то же место, куда вот первый раз. Потому что если есть два патрона, чуть почистили, видите, 9 миллиметров. Если есть два, то должно быть и три. Там и пистолет, и ящик. И пистолет. Пока пусто. Туда же, давай, старайся. Так, а если мы все найдем, захоруди. Если мы все найдем, то мы все бросим обратно, не переживай. Ну или ты сядешь в тюрьму, а мы с Захаром поедем домой. Смотрите, сколько тины вытащили. Чистка реки от боеприпасов. Что вот реально делать с пистолетом, Тимох, если вытащить? Вот реально. Выкинуть обратно. Ну, поржать. Да, да, да. А можно попробовать зарядить его, шмальнуть в воду. В этого, в Захара, да. Захар, ты согласен? Не, Захар, не согласен. Ну, тебя в этот момент никто не спросит, это просто произошло. Опа! Еще. Уже 4. Ух ты. Нормально. То есть мы соберем на целый. Пистолет должен быть, я почти уверен. Зачем выбрасывать боеприпасы и не выбрасывать пистолет, по идее? Да? Логика отсутствует. Поэтому сейчас достанем, народ. Пока я забивал историю, сколько весит пистолет Макарова. Возможно, мы достанем пистолет сейчас. Ну, какой-то хруст был странный. Хруст французской булки. Нормально. Это, короче, из пистолета стреляли. Дырок наделали и выбросили. Так, что еще? Ну, еще какая-то железочка. Хотя бы что. Ну, я предлагаю еще раз кинуть. Так, друзья, смотрите. Было у нас 4 патрончика. И вот еще... Два. Почему по два таскаем? 6. А сколько у Макарова боекомплект? Надо забить. 12. 800 грамм Макаров весит. Ну, короче, они где-то вот здесь лежат. Прям вот тут вот. Соответственно, если есть пистолет, то он тоже где-то здесь. Продолжаем? Я думаю, 6 что патронов. Еще можно. Можно еще, можно. Но мне кажется, 10 туда можно засунуть. 10? Сейчас мы узнаем, друзья, какой боекомплект у пистолета Макарова. А может, вообще нет Макарова, кто знает. Короче, друзья, это место просто нас не отпускает. История какая? Мы бросаем, вынимаем 2 патрона. Потом такие, ну давай еще 5 раз. Бросаем, 0-0-0. Такие, все, последний. Бросаем, вынимаем 2 патрона. И вот это бесконечная история, короче. Походу, пока не будет пистолета, мы отсюда не уйдем. Что-то интересное пошло. Так, что опять такое? Хлебушек. Опять хлебушек? Вот это, не нож ли случайно? А? Да нет, коря какая-то. Какая-то железячка и что-то похожее на ножик. Ну, подожди. Но это... Нет, это не нож. Проверяем теорию. Снова бросили 5 забросов. Ничего не было. И вот решили, что это будет последний на этом месте. По традиции должны быть патроны. Ну, или пистолет. Проверяем. Если пусто, перемещаемся на другое место. Давай. Ну, мы достали уже 6. Мы достали 6 патронов, на самом деле, да, в боекомплекте 8. Соответственно, где-то еще 2. Ну? Бум! Охренеть, народ, смотрите! Реально, вот 6, вот 2. Ну что, еще 10 забросов, Тима? Блин, короче, у нас такого никогда не было, отвечаю вообще. Прям все на ваших глазах, друзья, сами угораем. Патрон. Это другой? Вот
здесь другой. Новые обои мы сейчас будем собирать. Так. Да не, мне кажется, такие же, такие же. Нет, это другой. Да вот он поменьше. Сейчас сравним. Так, да не, такие же, смотри, вот. Один меньше. Не-не-не, вот два новых. И вот эти маслята остальные. Другой, я тебе говорю, вот он меньше калибра. Ну, может, на нем просто дерьма меньше налипло. Нет, он меньше. Вот эти жирные. Короче, народ, это полный магазин. Это для УЗИ какой-то. Да какой УЗИ? Это пистолет Макарова. Да? Нет? Ну да, пистолет Макарова. Вот он, полный магазин. Нет, 8 вот штук. Вот. Че, дальше бросаем? Ну, я думаю, надо. Ну, надо. Тут уже надо. Так, друзья, мы еще на 5 забросов решили остаться. Ох, зачем они? Не, одинаково. Все правильно. Туда. Но у меня ощущение, что вот знаешь, вот где у меня что-то это подхватывает магнит, вот когда я вытаскивал. Ну, может, я сейчас себя обманываю. О, что там есть? Где? Что-то есть. Да нет, грязь какая-то. Опа. Грязь какая-то. И что такое? Остатки консервной банки, мне кажется, расплющены, да. Так, какие-то. Гвоздики, железячки. Патронов больше нет. А, есть! Патрон? Есть патрон. Смотрите, друзья. Вот он. Да. Коробку. Коробку выкинули, думаешь? Да. Ну, возможно, да. Бросили целую по 9 штук. Уже 9 штук. Народ, я не знаю, что это такое. Пишите в комментариях, есть ли там пистолет, вытащим мы его или нет. В любом случае, с вас лайк и подписка. Друзья, чтобы вы понимали, я забросил последний раз и сматываю веревку. Мы всегда так делаем, последний заброс и мотаем веревку. До этого 5 забросов абсолютно пустые были. Смотрите. Готовы? Подкова? Подкова! Представляете? А? Ну, на счастье. Представляете, с этими, с гвоздями пол подковы. Класс! Так, и тут еще какая-то вот штучка. Я, правда, не знаю, что это. Вот она, блестючная. Может, золото? Не знаю. Я не знаю, что это такое. Ну-ка, что это? Может, грузик какой-нибудь? Может, грузик. Ну, подкова, друзья. Ну, подкова есть. Это круто. И патроны есть. Все, вообще, мы сегодня идеально побросали, мне кажется. Че, разбираться опять бросаю? Нет, я думаю, уходим. Поехали на новое. Уходим, друзья. Пишите в комментариях, что нам делать. Мы хотим на новое место, а тут подковы. Это может продолжаться бесконечно. На этом месте мы поймали 9 патрон и пол подковы с гвоздями кованными. Но есть более перспективные места, поэтому патроны улетают обратно в реку. Подкова поедет домой в коллекцию, а мы перемещаемся дальше. Так, мы проехали чуть дальше. Тут лодочная станция небольшая, но местная стоит. И смотрите, какая. Не знаю, видно вам прозрачнейшая река. Класс. Ну чё? Чё поймаем? Пистолет. Нож. Пистолет, нож, пистолет. Чем-то рыбацкое. Пора чем-то рыбацкое вылавливать. Погнали. Первый заброс. Смотрите сюда. Подноси. Смотрите. Да что нафиг. Это? Что это вообще? Видели хоть раз такую монетку? Нет? Я нет. Оп, 20 сом. 200 сом. И какой-то тигр. Это кто? Это что такое? Вот это прикол. Я такого никогда... Мы ножик хотели. Ну, 200 сом. Возможно, 200 сом. Это 200 биткоинов. Мы же не знаем, правильно, что это вообще. Загугливаешь, что такое сом. Да. 200 сом. С каким-то тигром солнце восходит. 2018 год. Свеженькие. Казью. Подожди, что такое? Макази. Я хрен его знаю. Ты что такое сом? Кто-нибудь загуглил, нет? Да. Что это? Вот такая. Да, что за страна? Узбекистан. Узбекские 200 сом, друзья! Класс. А как они оказались в Липецкой реке? Не знаю. В поселке Коровино. 119 рублей. Это 119 рублей. Это даже дороже. Это даже дороже. Это 50 сом. Это 50 сом 119, подожди, а это 200. Подожди, 119 умножить на 5. Быстрее, 600 рублей.
Я в руках держу 600 рублей! Класс, да? Очень круто. Может, они серебряные вообще. Кто знает, что у них там в Узбекистане с деньгами, правильно? Мне кажется, что-то типа закидушки, видишь, вон? Или вообще сеть тяну? Ну, скорее всего, сеть. Видишь, веревка. А может, этот экранчик какой-нибудь? Не знаю. Сейчас мы будем доставать эту штуку. Смотрите, вот она, веревочка. Опа. Там где-то привязано, да? Мы ее размотаем. Так, там что-то в воде. Ну и тут на речке могли стоять. Блин, я это не достану, это что? Опа, она. Опачки. По-моему, это роколовка. Ну, роколовка, вентиль, не знаю, как это называется. Ну, что ты себе поймал на магнит. Прикольно. Ну, это, кстати, 600 рублей где-то он стоит. Ты думаешь? Да, ну, где-то в районе Ксарика. Они не дешевые тоже. Возможно. Ну, типа, мы набрали сегодня на Ксаря 3. Подожди, там еще мы сам магнит не проверяли, кстати, с этого забора. Да. Нет, пусто. Мы перебрались на лодке. Тимок сказал, что он способен кинуть с лодки. Давай. Да, у нас... куда мы? Туда? Да куда хочешь, без разницы. Ты главное упади, и у меня будет супер контент. Я осень, друзья, на дворе. Я вылавливаю Тимоху не собираюсь. Давайте, делаем ставки, упадет он или нет. Да, ставьте лайки. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. О, нормально. Так, что там с лодки? Сейчас дынь, к лодке, и все, капец. Ну. Удиви меня. Ничего? Крючок. Ну, что ты цеплял? Крючок? Крючки. Крючки рыболовные. Ну, тоже. Наконец-таки. Ну, все, рыбалка пошла. Пошла рыбалка. О, мы поплыли! Захар, лови нас, придурок, что ты делаешь? Бери, быстрее бери цепь, подтягивай нас, мы уплываем. Тимоха. Держи. Там что-то рвалось. Что-то цепануло, да? Клюнуло. И потащи. Захар, держи цепь нашу. С одной стороны втекает, с другой вытекает. Есть что? Давай, ружье. Захар, подтяни цепь. Мы уплываем. Блин, с лодки страшно. А ты говоришь, с лодки прикольно. Ни хрена не прикольно. Видишь, тут нет точки опоры просто. Опа! И там ничего! Кроме крючков. Крючки опять? Да, причем много. Ну, нормально. Речка та же самая. Мы ехали, хотели вот там побросать. Ну, смотри, что нашли. Старенький. Заросший колодец. А в колодце-то мы давненько не бросали. Вот. Разматывай, конечно. Вот так вот, друзья, он выглядит. Ну что, вытащим что-то крутого из колодца, нет? Погнали. Он глубокий, да? Вода там есть вообще? Да. Сколько? Прям очень глубокий, да, походу? Угу. О. Ну и прощупывай все одно потихонечку. Что там? Чем цепляет, нет? Хопа. Итак, друзья, что у нас на дне колодца? Какой-то шлак. Чистейший колодец вообще. С колодезной водой. Короче, друзья, у нас уже вечереет. Мы еще побросали какое-то время. Ничего не поймали. Но, в принципе, и так очень даже хорошо. Поймали 9 патронов и 200 сомов. Ну, в смысле, вы поняли, да? Сом. Короче, если вы открыли это видео в надежде посмотреть, как мы поймали 200 сомов, мы поймали 200 сомов. Миклух Макфлай, подписывайтесь, пока.